Вологодский район. Сегодня дали старт уборке зерновых. План, который мы поставили перед нашими сельхозпроизводителями, более 160 тысяч тонн. Дай бог, чтобы нам способствовала погода, чтобы было поменьше дождей, побольше солнца. Потому что фронт работ огромный, время сжато. До сентября надо закончить уборочную кампанию. Поэтому надеюсь, что наши сельхозпроизводители с этой задачей справятся. Такая техника, мощная белорусская техника, которая сейчас позволяет давать такие объемы и с таким качеством, что диву даешься. Я еще 10-15 лет назад такой техника мы могли только мечтать. А сейчас эта техника на наших полях. Поэтому я думаю, наши сельхозпроизводители уверен справятся с поставленной задачей.